Самый старший по возрасту житель области, ветеран войны из Сардаринского района Яхья Тасыров тоже сделал сегодня свой выбор. Бывшему фронтовику 103 года, и он в отличной форме. Живо интересуется всем, что происходит вокруг. Как всегда, среди первых пришел на участок сделать свой выбор. В лучших традициях аксакалу были оказаны почести, преподнесен национальный чепан. Ветеран войны дал свое бата. Молодежь района тоже принимает активное участие в референдуме. Выразил свою позицию и чемпион пятых всемирных игр кочевников по Тогускому Алаку Бексултан Бустандыков. Считаю долгом каждого гражданина Казахстана участие в референдуме, поэтому пришел сделать свой выбор. Важен голос каждого. В районе голосования проходит на 18 участках. Всего в списке граждан с правом голоса 21 549 человек. Галымжан Жумназар, Акимжан Жултаев, Галымжан Кожаков, Жапагат Жапаспай, телеканал Кызылорда.